И вот доступ Федеральной налоговой службы к банковской тайне не затронет добросовестных граждан. Вот Путин об этом сказал, что не затронет добросовестных граждан. Кто такие добросовестные граждане? Ну, это Ротенберг, Тимченко, всякие Миллеры, Сечины, сам Путин, его дочки, Кривоногие и так далее. Вы же понимаете, кто такие добросовестные граждане? Те, кого государство считает добросовестными гражданами. Все. Больше нет никакого, ни одного другого критерия нет. Того, кто кого считает государство недобросовестным, тот и является недобросовестным. А государство — это Путин. Как кто сказал, он что недобросовестный, те и будут недобросовестны. А кто сказал добросовестный, те и будут добросовестны. Все. Экономисты констатировали завершение рецессии в России. О, как завершилась рецессия. И тут же один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%. Все. Экономисты с завершением рецессии пошли далеко, короче, они пошли. Туда, откуда не возвращаются, они ушли. Роскомнадзор потребовал снять блокировку крымского телеканала в Инстаграм. Жуть, конечно. Роскомнадзор то требует поставить блокировку, то снять. Они пусть определятся. Надо ставить, снимать и так далее. Меня они миллион раз пытались блокировать, писали. Даже какому-то сайту написали в Иорданию. А нам оттуда переслали их письмо и переслали с комментариями и с ответом. Я помню, зачитывал. Мы так ржали. Там у людей колоссальное чувство юмора. И они там их так отхерачили из этой Иордании. Что это Роскомнадзор пошел и не просто пошел, а далеко пошел. Так, вот сообщение о химической атаке. Мне позвонил товарищ, говорит, ты слышал? Там в «Новой газете», ну, я их сильно не люблю, потому что там подонков очень много работает во главе с главным редактором, да, вот, и вообще, как структура, которая питается деньгами Чемизова такая, вот, и говорит, там химическая атака, я говорю, пернул столь кто-то, я говорю, ну, там пернул, больше никак, там никакой другой химической атаки, они там все эти мордами. А потом звонит, ржет, говорит, оказалось, что да, что там какие-то приехали, стали замеры делать, говорит, канализационный запах сильный, да, и никаких вредных веществ. Одни полезные вещества, главный редактор пернул. Прикольно. Пишет, налог на смерть готовит сатрап. Да, недавно уже готовят. Вы что, это уже, наверное, года 17-го они проталкивают через Госдуму налог на смерть. Чтобы, ну, представьте, вот все пенсионные деньги разворовали, каких-то денег еще хочется, чтобы им кто-то платил, а ничего за это делать не надо. Но ты не успел родиться, уже должен будешь платить за достойные похороны. Во, 5 баллов.